Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 16 часов. Начинаем нашу трансляцию «Среднесрочный анализ валютных курсов». С вами, как всегда, в это время Эдуард Сунгатуллин. Я жду вашей реакции. Ваши плюсики будут говорить о том, что трансляция идет нормально. Если какие-то проблемы, пожалуйста, напишите, что нет звука или изображения. Если же все хорошо и у нас с вами есть обратная связь, вы меня видите, слышите, поставьте, пожалуйста, плюсик. Если же вы не имеете возможности поставить плюсик или что-то написать, это значит, что вы не авторизованный слушатель, поэтому вам лучше авторизоваться в личном кабинете. Итак, вижу плюсики, это означает, что все нормально, поэтому давайте начнем, как обычно, наш с вами обзор с просмотра макроэкономической статистики, что у нас сегодня выходило и что нас с вами ожидает. А также поговорим о событии, которое произошло в пятницу. Это выступление главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. Рынки очень ждали четких сигналов, ну и они эти самые сигналы получили. Председатель ФРС Джанет Йеллен заявила, что, возможно, в ближайшие месяцы повышение процентных ставок будет целесообразным, если экономика и рынок труда продолжат укрепляться. Далее идет ее прямая речь. Как я уже говорила, будет целесообразным, если ФРС со временем станет постепенно и осторожно повышать краткосрочные процентные ставки, сказала Йеллен, возможно, такое повышение будет целесообразным в ближайшие месяцы. Заявление соответствует словам ее коллег по комитету по операциям на открытом рынке, некоторые из которых недавно предполагали возможность повышения ставок дважды или даже трижды в этом году, причем говорили, что первое повышение может состояться уже на запланированном на 14-15 июня заседаний комитета. Йеллен не указала на конкретные заседания, но ее заявление поддержит ожидание того, что ФРС приближается к очередному изменению кредитно-денежной политики. Рынки отреагировали небольшим укреплением американского доллара, а вот то, что я назвал, получили четкий сигнал. Конечно же, вам очень трудно было уловить иронию в моих словах, поскольку интонационно не так уж это легко сделать, но, честно говоря, я немножко посмеялся, когда вот в прайме прочел то, что были четкие сигналы. Никаких четких сигналов не было. Опять те же самые заявления, что да, будем повышать, когда неизвестно, будем следить за входящими данными. Ни одного нового слова я не услышал. Сегодня было выступление еще одного представителя Федеральной резервной системы. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал, что хотел бы воздержаться от разговоров о перспективах повышения процентных ставок и, прежде чем принять решение в следующем месяце, оценить дополнительные данные. То есть 14-15 июня, поскольку сейчас все еще май, речь идет о том, что будет через две недели. Что касается повышения ставок в июне или в июле, то я хотел бы пока воздержаться от суждений, сказал Буллард сегодня на пресс-конференции в Сеуле, добавив, что хотел бы учесть больше данных, помимо уже вышедшего отчета по росту ВВП США за первый квартал. Буллард имеет право голоса на заседании комитета по операциям на открытом рынке. Он назвал данные по росту ВВП воодушевляющими, но все-таки слабыми. По опубликованным в пятницу официальным данным, за первые три месяца этого года экономика США с учетом коррекции на сезонные факторы выросла всего на 0,8% в годовом отчислении. Хотя рост ВВП страны превысил первоначальную оценку Министерства торговли, которая составляла 0,5%, он замедлился по сравнению с последним кварталом прошлого года, когда ВВП США увеличился на 1,4%. «Мне хотелось бы увидеть явные признаки восстановления во втором квартале», — сказал Джеймс Буллард. Сегодня в США день памяти. На американской сессии рынки будут отдыхать. Пока что серьезных движений не было. Но рынки немножко отыгрывают то движение, которое было в пятницу на выступлении Джанет Йеллен. Все немножечко корректируются. Это нормальная техническая коррекция. Рано утром по Японии сегодня вышли данные по розничным продажам в крупных магазинах. Снижение на 0,8%, данные не очень позитивные. Розничные продажи по году тоже самое показали снижение на 0,8%, хотя при этом предыдущее падение составляло 0,1%, а ожидали на уровне 1,2%.
по месяцу данные остались без изменения, никаких изменений не произошло. В 4 часа были данные по Австралии, продажа новых домов, кредитование частного сектора, прибыль от основной деятельности компании, данные не очень важные, австралиец сильно на это дело не отреагировал и сохранял общую тенденцию всей корзины мировых валют. В 9.00 по Германии вышел индекс цен на импорт, годовые месячные данные. Данные оказались хуже прогнозных значений. А вот в 10.00 у нас вышел индекс опережающих индикаторов по Швейцарии по данным КОВ. Данные оказались хорошие. В Прайме даже несколько строк есть по этому поводу. Там пишут, что комментируя рост швейцарского индикатора КОВ в мае, аналитики IG Bank отметили, что индекс продолжает восходящий тренд, сохраняющийся с самого начала года, и сигнализирует о том, что компании Швейцарии уже начали адаптироваться к укреплению швейцарского франка. Эту фразу пишут уже давно. Укрепление было очень-очень давно, сейчас уже ни о каком укреплении франка речи быть не может. Единственное, только он укрепляется в паре евро-франк, конечно же. Если посмотреть к американскому доллару, то рынок очень далек от того момента, когда действительно франк был чересчур крепким. В 12.00 у нас вышли данные по еврозоне. Это уровень доверия потребителей, майские данные, индикатор настроения в секторе услуг тоже за май. Данные, можно сказать, были хорошие именно по настроениям. Индекс делового оптимизма в промышленности остался без изменений на уровне снижения 3,6%. Индекс настроения в экономике очень и очень позитивный. То же самое относительно делового климата. Данные выросли, в Прайме по этому поводу тоже отметились и написали, что в мае компании-потребители в ЕС стали более оптимистично оценивать свои перспективы, несмотря на опасения, связанные с усилением национализма и угрозой целостности всего Союза. Стагнация экономики, наплыв большого числа мигрантов способствовали усилению поддержки новых политических движений во многих странах Европы, враждебно настроенных к интеграции в рамках ЕС и к свободному перемещению внутри Европейского Союза. Данные по Европе тоже были не очень хорошие. Сейчас есть большие опасения, что из-за референдума в Великобритании относительно сохранения членства в ЕС или выхода из него, это может стать прецедентом, и в дальнейшем страны могут начать голосовать о выходе из Европейского Союза. Вот есть такие опасения. Но, тем не менее, опубликованные сегодня результаты проведенного Европейской комиссией опроса показали, что компании и потребители не сильно обеспокоены такой перспективой, напротив, в мае их настроения улучшились. Рассчитываем Еврокомиссии индекс настроения в экономике еврозоны, который учитывает настроение компаний и потребителей, в мае вырос до 104,7 со 104 ровно в апреле. Опрошенные экономисты ожидали роста индекса до 104,5. В целом индекс вырос до 105,7 со 105,2. Показатель вырос в том числе в странах с наибольшей политической неопределенностью. В Австрии он поднялся до 99,3 с 97,8, а в Великобритании до 105,7 со 104,4. То есть очень позитивные настроения относительно перспектив еврозоны. В 15.00 у нас с вами по Германии был индекс потребительских цен по году. Данные остались без изменений на уровне 0,1%. По месяцу рост в 0,3%. Это совпало с рыночными ожиданиями. Гармонизированный индекс потребительских цен по году оказался лучше прогноза. До этого было снижение в 0,3%. Ожидали снижение на 0,1%, но показатель остался без изменений. Он не улучшился, не вырос, но и не снизился. По месяцу гармонизированный индекс остался без изменения, правильнее сказать, совпал с прогнозным значением, но вырос по отношению к предыдущему периоду, когда было снижение в 0,5%, ожидали роста на 0,4%. Данные совпали с прогнозными, как я уже сказал. В 15.30 по Канаде вышел индекс цен на сырье. Он показал отрицательную динамику, но немножечко находится все-таки в зеленой зоне. До этого был рост 4,5%, ждали роста в 2,2%, а показатель вырос всего на 0,7%, что, повторюсь, хуже, чем ожидали. А индекс цен на промышленную продукцию снизился на 0,5%,
Но здесь положительная динамика относительно того, что было в предыдущем отчетном периоде, там было снижение на 0,6, всего на 0,5 оказалось по факту, но при этом нужно сказать, что ждали роста на 0,2%. Платежный баланс у нас с вами дефицитный. Дефицит увеличился, было 15,7 миллиардов, ждали 16,8. Ну, совпало с прогнозным значением. При этом показатель, повторюсь, оказался дефицитным по штатам, как я уже сказал, сегодня выходной день, день памяти, и рынки отдыхают. Вот примерно такая у нас с вами новостная картиночка. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, пожалуйста, отреагируйте. Если у вас есть какие-то вопросы, напишите, пожалуйста, сначала коротенькое слово «есть». Я сделаю паузу, подожду, пока вы свой вопрос напечатаете, и я постараюсь на ваш вопрос ответить. Итак, если есть вопросы, пишем коротенькое слово «есть», затем свой вопрос печатаем. Если же вопросов нет, ставим плюсик. Это будет означать, что все ясно, все понятно. И в этом случае мы с вами посмотрим, как ситуация развивается с технической точки зрения. Делаю небольшую паузу, жду, пока вы отреагируете. Итак, вижу плюсики. У Екатерины есть вопрос. Давайте, Екатерина, ваш вопрос. Напечатайте его пока, пожалуйста. А мы тем временем посмотрим нефтяные котировки, поскольку к ним у нас чисто академический интерес. Торговать у нас нефтью нельзя. Итак, ждем вопроса Екатерины, смотрим нефть. Пусть слабенький, но рост недели у нас с вами все-таки намечался. На прошлой неделе цены попытались протестировать психологическую отметку $50 за баррель. Не очень была удачна эта попытка. Цены отскакивали, но ушли недалеко. У нас в целом остается восходящий тренд. Вполне возможно, что в ближайшее время мы с вами станем свидетелями повторной попытки цен протестировать психологическую отметку в $50 за баррель. Это нефть марки Brent. Теперь смотрим WTI. Картинка очень и очень похожая, очень мало чем отличается. То же самое на недельном таймфрейме. Неделя роста была, пусть небольшого, но тем не менее. Тоже котировки пытались тестировать $50 за баррель. Тоже отскакивали, отскок тоже был небольшой. В целом сохраняется восходящий тренд. Поэтому по нефти пока что смотрим с оптимизмом. Тренд остается восходящим. Пусть и не очень мощный импульс на текущий момент. Цены торгуются выше своего среднемесячного значения, ну и приблизительно на отметке средних цен за неделю. Итак, Екатерина, мы ждем вашего вопроса. Пожалуйста, ваш вопрос напечатайте. Давайте пока посмотрим индекс американского доллара, поскольку по индексу тоже нет торговли, тоже чисто академический. Смотрим. Укрепился у нас индекс американского доллара как раз на заявлениях Джанет Йеллен. Посмотрите, пожалуйста, вот после ее выступления достаточно активный рост был. Сегодня динамика небольшого снижения. Неделя, пусть небольшого, но все-таки рост индекса американского доллара. Индекс оторвался чуть-чуть от своего средневзвешенного значения и торгуется выше психологической отметки 95. Но поскольку в текущем значении практически уже учтены все заявления, которые были сделаны руководителем Федеральной резервной системы, вполне можно себе предположить, что в ближайшем будущем у нас произойдет встреча текущих котировок и среднемесячного значения индекса американского доллара. Но, правда, это, конечно же, будет зависеть еще и от новой входящей информации. У нас с вами и данные по рынку труда, это очень важные данные на этой неделе, но об этом мы с вами будем говорить завтра. Это и решение по процентным ставкам Европейского центрального банка. То же самое, данные очень важны, но, как я уже сказал, это будет завтра, конечно же. Теперь смотрим на вопрос Екатерины по парам евро бакс разворот на 1.11 вниз. По доллару иена ожидается пробой 11.30 и выше в течение дня. Будет ли этот сценарий реализован в рамках дня? Екатерина, ваш вопрос совершенно не по адресу.
Никаких комментариев я не делаю, я занимаюсь анализом в рамках среднесрочной консервативной торговой системы. Поэтому наберитесь терпения, выслушайте, если, конечно, вам это интересно, все, что я изложу. Если же вам не интересно, то можно будет задать вопросы другим преподавателям, которые комментируют какие-то ситуации. Повторюсь, я комментариями не занимаюсь. Итак, мы посмотрели на индекс американского доллара. Теперь смотрим на шестерку мажорных валютных пар, которые этот самый индекс составляют. Итак, триада обратных котировок. Начинаем, как обычно, с пары евро-доллар. Недельный таймфрейм. После сильного шипа и разворота цены продолжают нисходящее движение. Цены закрылись ниже психологической отметки 61,8 и пока что еще находятся в верхней трети того боковика, который у нас с вами продолжается уже значительно больше года. Недельный таймфрейм, значимая информация, цены пока что в верхней трети. При этом движение было достаточно ощутимым, вполне возможно. Колебания как в ту, так и в другую сторону, но если смотреть формализованно с точки зрения трендовой консервативной торговой системы, то мы можем на сегодняшний день сделать следующий вывод. Повторяю, это на сегодня. Завтра ситуация может поменяться с точностью до наоборот. Итак, один трендовый индикатор говорит, тренд нисходящий в фазе импульса, и то же самое подтверждает индикатор OSMA. У нас есть очень маленький, незначительный дивер на индикаторе Momentum, но поскольку у нас еще не сформирован текущий день, значит, мы не можем окончательно говорить, что это железный сформированный дивер. Пока что ориентируемся только на тот дивер, который был до этого, но здесь цены уже отыгрывали вверх. Поэтому объем сделки пока что остается стандартным. Мы не можем его уменьшить, поскольку активная фаза, фаза импульса сегодня день продаж. То есть евро-доллар продажи, вниз направление известно, объем тоже стандартный. Смотрим 4-часовой таймфрейм. Что мы наблюдаем здесь? У нас идет фаза отлива, дожидаемся, когда отлив закончится, и начнет формироваться новая приливная волна, то есть нам нужен сигнал осциллятора в продажу. Итак, на 4-часовом таймфрейме на закрытой свечке должен быть четкий, сформированный и закрепленный сигнал осциллятора в продажу. При наличии сигнала на закрытой свечке будет понятно, что наступил момент входа в продажу по евро-доллару. Но это не значит, что нужно будет сразу оголтело бросаться и начинать продавать евро-бакс. Ни в коем случае. После того, как будет сигнал, обязательно открываем часовой таймфрейм и смотрим, будет ли консолидация. Это узковолатильное боковое движение. Если все условия выполняются, то есть сигнал, затем консолидация, ставим отложенный приказ sell stop, определяем точку выхода, где вы будете выходить стоп-лоссом, но перед этим обязательно квалифицируем свою сделку на соответствие правилам управления капиталом. У нас практически уже достигнуты наши цели. Посмотрите, мы отрисовывали, да, то есть цель уже достигнута. Это нижняя отметка, о которой мы очень давно с вами говорили. Это 1.109 по паре евро-доллар. Поэтому первоначально мы с вами ориентируемся на эту же самую цель, на уровень двойного касания. И обязательно должны выполниться правила управления капиталом. А это значит, что только в том случае, если ваши потенциальные прибыли, а прибыль вы сначала будете пытаться фиксировать на уровне 1.109, это ближняя цель. Так вот, если прибыль превышает ваши потенциальные убытки, ваш стоп-лосс как минимум в 3 раза, сделка совершается. Если же рынок не даст вам такой возможности, то от сделки лучше отказаться. И вот если цены закроются ниже психологической отметки 1.1090 или 1.109 и ниже нашей с вами трендовой линии, вот тогда уже мы с вами будем говорить о дальнейших перспективах, о движении вниз, ниже этой психологической отметки. Итак, какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно по паре евро-доллар? Я жду вашей реакции конкретно по евро-баксу, по тому, что я изложил.
что неясно, что непонятно. Для тех, кто впервые смотрит наш обзор, сообщаю следующую очень полезную информацию. Чтобы вам было более понятно, о чем идет речь именно на этом обзоре, я очень рекомендую вам посмотреть два бесплатных семинара. Первый семинар – это новостной фундаментальный анализ, и второй семинар – это технический анализ, индикаторные методы. Итак, жду вашей реакции по паре евро-доллар. Вопросов нет. Идем с вами дальше и смотрим пару британский фунт. Это тот самый, который стерлингов к американскому доллару. Недельный таймфрейм. Неделя роста, но у нас есть шип вверх, когда цены пытались достичь отметки двойного касания, но попытка была неудачной. Теперь смотрим с точки зрения формализованной трендовой консервативной торговой системы, тренд восходящей в фазе отката, и то же самое подтверждает индикатор OSMA. А это значит, что у нас сегодня неопределенность по паре британец к американцу. Значит, забираемся на забор и ни в коем случае не торгуем по этой валютной паре. У нас сегодня не торговый день. По британцу вне рынка. Идем дальше и смотрим австралийский доллар. Что у нас по австралийцу? Неделя, пусть не очень сильного, но тем не менее снижение. Цены на неделе закрылись ниже психологической отметки 76,4, которая почти идеально совпала с отметкой 0,72. Это тот уровень, о котором говорил Резервный банк Австралии. Теперь на daily таймфрейме у нас картиночка следующая. Тренд нисходящей фазе импульса, здесь восходящий тренд. Поскольку нет мощного движения, значит, импульс немножко выдохся, и у нас идет фаза отката. Значит, в целом, по двум трендовым индикаторам делаем вывод, лучше находиться вне рынка и австралийца не торговать. Ситуация квадратная, сидим на заборе. Закончили с триады обратных котировок, теперь смотрим тройку прямых и начинаем, как обычно, с пары доллар, японская иена. Неделя слабого роста. Достаточно пассивно вел себя Центральный банк Японии. Регулятор не очень спешил, но этому есть вполне нормальное оправдание, объяснение, поскольку зачем предпринимать какие-то действия, если Федеральная резервная система сама может своим решением по повышению процентных ставок подтолкнуть пару вверх, что как раз на руку Банка Японии, поэтому Банк Японии пока что воздержался от активных действий. Сильного движения вверх нет, но тем не менее рынок больше тяготеет к восходящему движению, нежели к движению вниз. На daily таймфрейме картинка следующая. Тренд, восходящий в фазе импульса, то же самое подтверждает индикатор OSMA, только давайте в этом удостоверимся. Итак, у нас значение 0,5639, 0,67. Индикатор растет, значит, тренд восходящий в фазе импульса, никаких диверочков нет, значит, у нас с вами все стандартненько. Рынок смотрит вверх, мы идем по тенденции, фаза импульса, фаза активная, направление известно. Объем сделки стандартный, теперь смотрим внутреннюю структуру. Был мощный прилив, теперь ждем волны отлива, и как только начнет формироваться новая приливная волна, то есть нам нужен сигнал осциллятора в покупку на 4-часовом таймфрейме. Как только сигнал будет сформирован на закрытой свечке, вы поймете, да, наступил момент входа, после чего открываем часовой таймфрейм, и обязательное условие – это наличие консолидации. Узковолатильное боковое движение. Если все условия выполняются, значит, ставим отложенный приказ buy, stop, определяем точку выхода, где будем выходить стоп-лоссом. Ну, а теперь давайте поговорим о целях. Текущая цель в рамках этого движения – это верхняя граница ценового канала. На текущий момент записываем 112.90 за 1 американский доллар. Итак, повторяю, 112 йен и еще 90 сен за 1 американский доллар. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции по японской валюте. Пожалуйста, отреагируйте.
Если есть вопросы, коротенькое слово есть, затем свой вопрос задаем. Если же вопросов нет, ставим плюсик. Ну, а пока мы с вами смотрим по швейцарцу. Швейцарец – это та валюта, которую мы не смотрим на недельном таймфрейме. На дейли здесь картиночка следующая. Тренд восходящий в импульсе. То же самое подтверждает индикатор OSMA. День покупок. Диверов никаких нет. Все стандартненько. Объем стандартный. Направление вверх. Все известно. Смотрим внутреннюю структуру. Идет отлив. Ждем окончания отлива и формирование новой приливной волны. То есть нам нужен сигнал осциллятора в покупку. После того, как будет сигнал, если он, конечно же, будет на 4-часовом таймфрейме, сигнал должен быть закреплен, потом на часах обязательные условия консолидации. Все условия выполняются, ставим отложенный приказ buy, stop, определяем точку выхода, где будем выходить стоп-лоссом, цель на текущий момент, паритет, единичка ровно, поскольку есть еще и ценовой канал, который чуть выше паритета расположен. Значит, в качестве бонуса рассматриваем еще 20 пипсов выше паритета. Но это, конечно же, смешно. 20 пипсов в плюсе. Опять же, не забывайте, должны выполниться правила управления капиталом. Ваши потенциальные прибыли должны как минимум в 3 раза превышать ваши потенциальные убытки. Если условия выполняются, сделку совершаем. Если нет, то от сделки лучше воздержаться. Последний финансовый, валютная пара, которую мы с вами смотрим, это канадский доллар. На неделе, снижения. Тренд восходящий, тренд нисходящий. Индикаторы впрямую друг другу противоречат, значит, ни о какой торговле не может быть и речи. Ждем, когда будет ярко выраженная доминанта в активной фазе, в фазе импульса. Этого нет, значит, пока что отсиживаемся на заборе. Смотрим квадратные оптические приборы на рынок, сделок не совершаем. Последний финансовый инструмент – это золото. Цены сегодня вплотную подошли к отметочке $1200 за 1 тройскую унцию, то, о чем мы с вами очень и очень давно уже говорили. Фильтры смотрят вверх, это значит, что отдается предпочтением сделкам только на покупку, смотрим внутреннюю структуру, цены отталкивались, индикатор был в зоне перепроданности. Открываем часовой таймфрейм, была великолепная возможность открывать сделки на покупку. Все, кто пропустил, ну, примите мои сожаления, поскольку ситуация была практически идеальная для того, чтобы пытаться открывать позиции на покупку с целью $1300 за 1 тройскую унцию. Сейчас уже, конечно же, идеальная ситуация упущена. Это нужно было делать чуточку раньше. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, время нашего обзора подходит к своему логическому завершению. 16:29. Какие у вас будут вопросы? Если можно, пожалуйста, побыстрее, поскольку нам нужно уже закругляться потихонечку. Если у кого-то есть вопросы, вы сегодня не успеете их задать, ничего страшного, вопросы можно будет задать завтра, мы тоже с вами встретимся в 16:00. Поэтому, поскольку на текущий момент я вопросов не вижу, давайте мы будем с вами прощаться. Я благодарю всех за внимание, с вами был Эдуард Сунгатуллин, до свидания, всего вам доброго, я желаю вам удачи, будьте внимательны, осторожными, берегите себя, удачи всем.